На Балканах аномальная 40-градусная жара спровоцировала лесные пожары. Болгария и Северная Македония были вынуждены просить помощи у соседних стран. Информации о жертвах пока нет, но на юге Болгарии уже сгорело 15 домов. С огнем там борются и пожарные, и добровольцы. Доступ в лесную зону пока закрыт. Власти просят населения быть осторожными, потому что пожары возникают буквально от любой искры. В стране сгорело уже 10 тысяч гектаров пастбищ, пасек и виноградников. На помощь Болгарии готовы прийти Чехия и Румыния. Они отправят на тушение свои вертолеты. Подмоги просит и Северная Македония. Там тоже 10 очагов, которые угрожают сотням гектаров соснового леса. Свои самолеты и вертолеты отправили также Турция, Черногория, Сербия и Словения.